очень так дерзко тогда. Я такие стрелки обычно никогда не делаю, вот. Но решила попробовать, почему бы и нет. Правильно, правильно, конечно же. У меня здесь, знаете, я себе накупила палеток и практически не использую. Не использую оттенки, да, и надо как-то что-то с этим делать, да, согласитесь. Ребятулечки, всем приветики, добро пожаловать на мой каналчик. Сегодня, конечно, будем продолжать повторять макияжи из Инстаграма, конечно же, такая моя рубрика. Вот, сегодня будем повторять, а макияж у нас будут тени на глазах, вот, и будут такие стрелочки из теней тоже. Вот, я такое никогда не делала, но надеюсь, что у меня получится с моими прекрасными ручками и с того места растущими. Итак, с чего я начинаю? Конечно, начинаю с того, чтобы показать вам сам макияж, естественно. Что я прямо в телефон... Это, телефон прямо в камеру, да, Джиана? Вот, я выбрала такой интересный макияж. Я такого типа стрелок не делала. Не делала, да. Именно из теней не делала пока что. Вот здесь у нас получается, смотрите. Здесь у нас блесточки. Именно в середине глаза, ну, то есть посередине глаза, да. Вот, и к внешнему краю. Вот, а потом внутри глаз у нас такие, более такие розовенькие тени. Вот, и потом у нас идет такая черная стрелка из теней. То есть это не подводка, это именно тени. Итак, с чего я начну, конечно же, свой макияж? Естественно, да? Начну я его, наверное, с... Кстати, я купила... Значит, я купила вот такую вот базу для теней. Вот. И сегодня можно протестировать. Так как у меня будут тени на глазах, я их обязательно протестирую, конечно. Здесь идет такой аппликатор интересный. Распаковку на этот продукт я делала там, где я тестирую и делаю макияж только из продуктов от Шейна. Вот. Но, и что я могу сказать, да, по первым впечатлениям, то очень... удобный аппликатор, да, и оно очень увлажняет кожу. Так, я нанесла достаточно уже, надеюсь, что столько хватит, и теперь уже начинаю все, конечно же, растушевывать пальчиком, вот, хорошенечко везде пройтись, чтобы был какой-то эффект. Кстати, там на сайте был именно вот такой вот, да, он увлажняющий, а есть матирующий, вот, но я, наверное... Пока что останется с этим, но обязательно попробую сам матирующий, да, как бы праймер, да, по-моему, он так называется, по-моему, праймер. Раньше я не пользовалась никакими тенями, не пользовалась никаким праймером, вот, для меня новенькое, да, как бы нужно постоянно что-то новенькое смотреть, искать, вот, и теперь я уже добавлю чуть-чуть консилера на... глазик, да, ну, чтобы так вот сделать его красивеньким, потому что я сначала сделаю именно макияж глаз, и потом уже буду переходить к остальному фейсу, да, English, of course, вот, и потом посмотрим, что так получится. Я надеюсь, что получится что-то толковое и что-то красивое. Кстати, значит, я заметила, что с этим праймером, как он называется, консилер ложится намного красивее, что я намного ровнее, не знаю, мне уже нравится этот консилер. Он, кстати, очень увлажняющий, да, и придает такое легкое сияние, да, как видите. По-моему, да, по-моему, видно, такое очень красивое легкое сияние. И теперь я уже перехожу к теням, собственно говоря, да. Я положу себе вот сюда возле себя, положу саму картинку, да, макияжем. Беру свою палетку, которую я заказывала из Алиэкспресса, по-моему, да. Можно вот этот вот добавить, я, наверное, вот с этого начну, красивенького оттеночка, и потом уже поверх этого всего добавлю сами блесточки золотые. У меня, в принципе, они есть. Блин, мне кажется, или реально из-за этого праймера тени какие-то более яркие, что ли. Ну, это классно, это круто, это прикольно. И теперь добавляю вот, наверное, вот эти вот золотые теняшки. Они, в принципе, такого очень красивого золотого цвета. И добавляю сюда, ну, в принципе, сияние похоже, да,
ну, как я беру из интернета, да, сам макияж, вот, и там, как бы, ну, не сказано, да, какие-то продукты она использует, вот, так что я возьму, буду брать, знаете, буду выкручиваться из всего, что у меня есть, закрывала все и давай себе красить, ну, по-моему, очень даже похоже, не знаю, как по мне, хотя, знаете, у нее были такие, у нее более персиковые, знаете, блесточки. Но я думаю, что это не проблема. Теперь я уже буду переходить к теняшкам. Конечно же, к розовым, которые возле этих блестящих, да. У меня с розовых надо, наверное, взять, знаете, какую-то палетку другую. Потому что у меня здесь, знаете, у меня... Я себе накупила палеток и практически не использую... Не используя оттенок, да, и надо как-то что-то с этим делать, да, согласитесь. О, я знаю, можно, кстати, добавить вот эти фиолетовые, будет, мне кажется, очень прикольно. Именно вот так, знаете, так вот, просто оп-оп-оп, и все. И пройтись так. Прикольно, прикольно, мне нравится. Мне очень-очень нравится. Так, ну и теперь, наверное, самая, как для меня, сложная часть. Я возьму, я не знаю, брать самую тонкую, наверное, логично бы было, да? Но мне, знаете, вот есть такая, я на рукожу. Вот у меня есть такая вот, знаете, такая скошенная кисточка, но она такая, знаете, чуть-чуть, может, грубоватая, вот, ну, хотя, знаете, ей будет осушивать как раз самое то. Я, наверное, возьму тоненькую кисточку свою, самую тоненькую. Так, я возьму свою, конечно же, палеточку красивую, просто не могу. Здесь есть у нас черный такой вот оттеночек сбоку. Так, я вот думаю, как мне бы лучше вот это вот все сделать, да? Хотя, знаете, мне кажется, у нее какой-то потон синий у самих теней. Вот, я беру чуть-чуть и просто, знаете, провожу саму стрелку пока что, да? Надо же как бы с чего-то начинать. Ну вот смотри, у меня пока что так получается. И теперь также попробую сделать максимально похоже. Как мы будем это делать? Я так понимаю, что надо сначала сделать саму форму, да, именно стрелочки. И потом уже как бы прокрашивать. У меня, знаете, сегодня будет такая стрелочка. Я обычно не делаю такие стрелки, я делаю только вот именно вот до сюда, до краешка и все. Но сегодня у меня будет вот такая вот стрелочка, и она, кстати, доходит до сюда. У нее, знаете, у нее прям супер темные, да, вот, ну, я нанесла, да, как бы, вот эти вот тени, да, черные, ну, они черные, да, как видите, в палетке, но когда ими красят, то, ну, они как бы абсолютно, не знаю, как-то цвет не передают полностью, а черноту вот эту всю. Так, ребятушки, смотрите, я уже заполнила вот эти вот стрелочки черные, так, я уже сделала вот именно вот здесь у кончика, ну, у окончания глаза, вот здесь уже делать такие вот штучки. Но я не делаю, знаете, вот эти стрелочки внутренние. Я просто именно провожу только самим черным, да, как видите. И теперь я уже буду растушевывать, да, вот это вот все, как оно должно быть, да, как бы... Так, ну, смотрите, у меня пока что вот так вот получается. У меня, знаете, ну, я как бы сделала, да, чуть такое более дымчатое, вот. Но у нее прям супер яркие черные тени. Я не думаю, что она использует какую-то подводку, потому что, ну, оно реально не похоже, знаете, текстура на подводку, вот. Но у нее реально очень черные, такие угольно-черные, вот. А у меня, знаете, такое более, такое, знаете, слабенькие черные, вот, но... Ребятки, я здесь уже столько наслоила, вы себе не представляете. Я, ну, никак не хочу вставать более черным.
Вот. Ну, у меня вот так вот получается. Красота ляпота. Знаете, никогда, знаете, никогда не получится такой же макияж, как и на фото. Так что всегда получится, знаете, по-вашему, да? Вот какому-то, по вашему стилю. Вот. У меня вот такой красивенький стиль. Отговорка придумала, да? Вот, но мне, если честно, мне очень-очень нравится. Очень прикольно так выглядит, знаете. Очень так дерзко так, да? Я такие стрелки обычно никогда не делаю, вот. Но решила попробовать, почему бы и нет. Правильно? Правильно, конечно же. И теперь, конечно же, перехожу к главному этапу, да, это реснички наши. Я так понимаю, что у нее нет каких-то накладных ресничек, ну, по крайней мере, ну, не сильно заметно, вот. И начну уже делать свои реснички. У меня суперская тушь просто из Шейна. Если не посмотрели видео про распаковку косметики из Шейна, да, и, конечно же, тестировка, да, их, то обязательно посмотрите. Может, кстати, видео еще не вышло, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Но тушь реально обалденная мне. Я даже не накрасила ту тушь, которая должна до объема, да? Ну, просто для длины накрасила. И они уже такие длинные, ребята, вы просто себе не представляете. А еще если я накрашу тушь, которая, ну, той стороной, которая для объемчика, то это вообще будет, ребятки, опупеть, окружиться можно. Вот, и теперь уже достаю более пышную кисточку, да, такую, такая прям массивная, скажем так, и начинаю прокрашивать уже кончики, да. Так, я уже прокрасила, смотри, какой это объем, ребятки, смотрите, какой объем, это просто, обожаю эту тушь, она прям очень красиво делает, ну, смотрите, да, видно, да, по-моему? Какой объем из этой туши, прям обалденный просто, мне очень нравится. И теперь, наверное, перехожу к основному макияжу, да. То есть я сейчас буду здесь красить консилером, чтобы высветлить вот эту вот зону всю, да, чтобы у нас красивенько аккуратный макияж. Ребятулечки, вот такой мой макияжик получился. Повторение, мать учения, как говорится. Зацените, как вам этот макияж. Мне он очень нравится, очень прикольно. Для меня, знаете, что-то новенькое, именно стрелки в форме, ну, в виде теней, да, как бы, ну, с тенями черными. Вот, но мне очень нравится, очень прикольно, знаете. Ребятульчики, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам видео понравилось, было интересным, полезным, почему бы и нет. Обязательно жмякните там лайкосик. Бабуля, я на вас очень и очень просит. И увидимся мы, конечно же, с вами в следующем видео. Всем пока-пока!